В последнее время в сети активно обсуждается слух о расставании Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова. Телеведущая и ее муж уже отписались друг от друга в соцсетях. Сплетни о разводе поползли после того, как на свадьбу лучшего друга Ксения пришла одна и без обручального кольца. Также не появился Курбан и на дне рождения старшей дочери Маруси. Комментировать происходящее в своей семье пара отказывается, оставляя подписчикам простор для воображения. Зато экс-бойфренд Бородиной Михаил Терехин с удовольствием дает комментарии о ее личной жизни. В интервью порталу Life News мужчина уверяет, во всем виновата сама Ксюша и ее мания следить за своими мужчинами с помощью специальных интернет-программ. Как бы там ни было, думаю, что большинство девушек, как и я, со мной все же согласны. И на стороне Ксюши, ведь женская интуиция обычно не подводит.